Если вы действительно хотите установить крутые шрифты на свои часы, как, например, вот этот на металлический, который я демонстрирую на этом видео, тогда вам эта инструкция пригодится точно. Для того, чтобы установить такие шрифты, вам нужно будет пройти на сайт 4PDA, либо через приложение, либо через ПК. Вы должны быть там зарегистрированы. Как зарегистрироваться на нем, ссылочка будет в описании видео. Проходим и вот на эту темку. Ссылка на эту темку также будет в описании этого видоса. Проходите про ней, идете вниже и открываете именно вот этот вот спойлер. Далее открываете любую часть, проходите по ней, вообще в принципе любую. Проходите по ней и там доступны картиночки, где вы сможете увидеть, какие там шрифты. И если вам они понравились, то просто берете эти шрифтики и скачиваете на свой смартфон там или на компьютер, в принципе, неважно. Скачать их можно сколько угодно, любые, которые вам действительно понравятся. А потом легко и просто установить это на свои часики. Со смартфона или с компьютера, посмотрев одну из нескольких инструкций, доступных на моем канале. Все ссылочки на эти инструкции будут в описании видео. И потом наслаждайтесь этими шрифтами на своих часах. Ну а вам, дорогие друзья, напоминаю, что вы были на канале SmartWatch. Обязательно подписывайтесь на канал и также на телеграм-канал. Ссылочки в описании видео. Спасибо, дорогие друзья, что вы были на моем канале, спасибо за ваш лайк, спасибо за вашу подписку и спасибо за ваш комментарий. Пока!